лицевой стороной вниз, опускаем бюллетень. Все, спасибо, до свидания. Удаленно, дома, на работе, на свежем воздухе или традиционно на участке. 7 дней длилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. 988 участков работали в Ульяновской области строго по расписанию с 8:00 и до 20:00 вместе с сотрудниками правопорядка и общественными наблюдателями. Мы по пунктам проверяли разные моменты работы на каждом участке. Это и работа техническая, и работа гигиеническая, и работа организационная, и потом уже будет процесс подсчета, это тоже целая отдельная часть. Он придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Что над нами каждый день вставало солнце и садилось. Песнями и танцами подарок от ансамбля «Счастливое детство» для тех, кто пришел голосовать в основной 7-дневный марафон по поправкам. В остальном же во всех избирательных участках региона встречались с градусником. Набор участника голосования 2020. Персональная ручка, маска и перчатки. Члены избирательной комиссии экипированы не хуже санитарного врача. Безопасность – ключевое слово, это приоритет. А еще мысли о будущем, своей семье, региона и страны. Люди не считали процесс внесения поправок дежурным шагом. Каждый голосующий вкладывает свой смысл в происходящее. Говорят о том, что ближе. Вносимые поправки в Конституцию гарантируют каждому жителю Российской Федерации оказание качественной и доступной медицинской помощи вне зависимости от региона проживания, а также увеличивает ответственность органов местного самоуправления за оказание медицинской помощи. Плюс ежегодная индексация пенсии, семейные ценности и социальные гарантии. Хочу, чтобы культура, в которой мы работаем, она была защищена, чтобы границы были наши незыблемы, чтобы старость была тоже защищена. И дети знали, что за их спиной стоит государство. Время 20:00, участок закрывается. Еще один ответственный момент – подсчет голосов. Начинается он после сверки всех документов. Затем необходимо погасить неиспользованные бюллетени. За строгим следованием регламента наблюдают общественники, партийцы, активисты. Теперь обработка бюллетеней. Перекрытым режимом обработки бюллетеней из переносных ящиков для голосования осталось 25 секунд. Явка на избирательном участке 39:40 составила 41%. Это хороший результат, хотя проголосовавших могло быть и больше. Ведь впервые ульяновцам с правом голоса предоставилась возможность принять свое решение в течение 7 дней. Более 4000 общественных наблюдателей с 25 июня следили за проведением общероссийского голосования. Круглосуточно работал ситуационный центр. На телефон горячей линии поступило 215 звонков, и все уточняющие нарушений не обнаружено. Были несколько анонимных обращений, но они не подтвердились. То есть это была фейковая информация. Кто-то говорил, что засчитали там два раза голоса на придомовой и, допустим, стационарный, но она не подтвердилась. Ульяновская область высказала свою позицию, более 70% за поправки. Для сравнения, в 93-м году Конституцию молодой России одобрили лишь 51% наших земляков. Подсчет бюллетеней завершился в Татарстане, Ивановской и Нижегородской областях. Там к изменениям готовы почти 80% проголосовавших избирателей. Избирком страны предварительно огласил цифры в 78% положительного голосования. Россия 21 века выбрала свою новую конституцию. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, Валерий Клочков, репортер 73.